Чермк завершил крупнейший в истории капитальный ремонт Стана 2000. Модернизация Чермк завершил крупнейший в истории капитальный ремонт Стана 2000. Череповецкий металлургический комбинат входит в состав дивизиона «Северсталь» «Российская сталь», завершил капитальный ремонт «Стана-2000» в производстве плоского проката. В рамках ремонта был реализован крупный инвестиционный проект, стоимостью 2 миллиарда рублей. Модернизация установки ламинарного охлаждения. За 14 дней был выполнен комплекс строительных и монтажных работ, проведены холодные испытания нового оборудования. Мероприятие направлено на повышение стабильности текущей технологии. Новое оборудование позволяет увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы, а также ускорить этот процесс. Сегодня Стан-2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он выпускает более 6 миллион тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия. Модернизация ламинарной установки позволит нам увеличить объем поставок в нефтегазовую отрасль на 140 тысяч тонн в год за счет улучшения качества проката, а также освоить новые виды продукции. После установки нового оборудования мы будем получать более равномерные механические свойства по всей длине рулона, отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь» российская сталь Евгения Виноградов. В капремонте участвовал технологический и ремонтный персонал производства плоского проката, сотрудники дирекции по ремонтам и дирекции по инвестициям входит в дивизион «Северсталь» «Российская сталь», а также подрядных организаций. Специалисты выполнили операции для повышения стойкости узлов и надежности агрегата. В числе основных работ ремонт нагревательной печи номер 3, фрезеровка станин 5 прокатных клетей черного и чистовой групп, замена руль ганга и линеек перед клетью номер 6 и ремонт оборудования моталок уборочной группы. Сегодня Стан-2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он выпускает более 6 миллион тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.